Сергей, привет! Очень рад видеть тебя. Да, привет, Ром. Да, давно не общались, хотя вроде как будто бы где-то все время рядом. Ну, в общем, да, я надеюсь, что мы как-то были в поле зрения друг друга, да, там где-то по касательной мимо каких-то проектов проходили. Я помню, прошлым летом, ну, когда ты заболел, мы собирались совместно как раз провести вебинар «Управление по ценностям». Ну, вот, видимо, уже там не так, что вот собраться, запланировать. Да, сейчас надо действовать быстро, спонтанно, реагировать на те возможности, как бы, которые вот прям в моменте, да. То есть ты позвонил, сказал, давай встретимся. Я говорю, давай встретимся, давай поговорим. Вот, давай поговорим. Скажи, пожалуйста, тогда вот если поговорим, вот как ты считаешь вообще понятие управления по ценностям, оно потеряло свою актуальность в текущих событиях, очень сложной комплексной ситуации внешней среды? Ну, знаешь, в сложных комплексных ситуациях внешней среды, как бы, к сожалению, нет простых ответов, да, там, потеряла, не потеряла, да, и здесь, ну, на мой взгляд, надо тоже так вот посмотреть и, ну, попробовать, ну, провести, ну, системный анализ, да, вот как ТРИС, да, там вот полиэкранка, система над систем, подсистема, прошлое, настоящее, будущее, да, и вот как бы вот системным подходом взять и, ну, как бы вот разложить, да, а что мы видим. И здесь вот я бы предложил посмотреть так, да, вот на эволюцию системы управления, да, то есть, и, ну, понятно, что, наверное, как можно более сложно посмотреть, да, но вот простые такие ходы, как бы, ну, или шаги развития, да, то первый шаг – это ручное управление, угу. Вот, когда есть руководитель, и он всем раздает распоряжение, как бы никто не знает, что надо, ну, кроме него самого, он сам не знает, что завтра скажет, да, но там пришли, он посмотрел, оценил ситуацию, сказал, так, делаем так, все. Все остальные, ну, как бы, берут под козырек и делают, да, это вот ручное управление. Значит, в какой-то момент оказывается, ну, что уже слишком много там замыкается на руководитель, да, ему хочется как-то это все делегировать, включить, ну, какой-то аппарат управленческий, да, и тогда появляется управление по целям. И там дальше вот он обозначил главную цель, там договорились и пошли каскадировать эту цель на подцели, на задачи, подзадачи. И дальше тогда система управления, она работает на то, чтобы отслеживать отклонения от этого графика, да, там, в принципе, выстроили систему сбалансированных показателей, да, которая в каждый момент времени тебе сигнализирует, где происходит отклонение от нормы. И тогда вот, ну, как бы вот эта вся штука тоже работает, идет, ну, заданным курсом. То есть, да, плюс-минус там, условно говоря. Да, KPI выполняет. Да, здесь не просто плюс-минус, а там же, ну, как бы есть разные подразделения, там, разные какие-то задачки, да, когда вот это... Имеется в виду, что вот она выстроена, система KPI, и ты смотришь по отклонениям, да, да, да. Выполняет, не выполняет. Да. Вот если все как бы не отклоняется, то корабль приплывет туда, куда нужно, да. Угу. Любые отклонения, они вызывают то, что, ну, возникают какие-то сложности, да, там. Поэтому система менеджмента настроена на то, чтобы ловить отклонения, давать корректирующую обратную связь и возвращать в норму, да, как бы все, угу, процессы. То есть, по сути, вот, это цикл PDCA постоянный, да? Да, да, да. Это вот управление по целям, как бы. Но, к сожалению, есть еще, как, ну, в какой-то момент и эта система начинает затыкаться. Она начинает затыкаться, потому что перенастраивать ее быстро не получается. Это, ну, достаточно тоже такая трудоемкая история. Сложная, да. Да, ее вот, потому что вот ключевое слово, она сбалансированная. Если ты выстроил систему KPI, но она не сбалансированная, все, тебя пойдет все в разнос, да, а выстроить сбалансированную, сбалансировать эту систему. Напомню, что речь идет о системе Нортона и Каплана, Balance Scorecard, это вот 4 показателя, люди, процессы, финансы, и ответы на каждый вопрос следующий. Какие у нас должны быть финансы, чтобы управлять такими людьми, такими процессами и такими, там, таким развитием. И, соответственно, в другую сторону, какие у нас должны быть люди, чтобы поддерживать такие процессы, такие финансы, да, да. Такое развитие. Да. Ну, вот я вот в своей практике там аналитической использую немножко другую модель, там, вместо финансов технологии, как бы, ну, важно, что есть баланс, да, когда система в балансе находится, люди, процессы, технологии, то тогда все хорошо.
А как только происходит, ну, технологии, они все время как бы развиваются, да, там, и они внутренне стремятся этот баланс разрушить, их природа такая, они разрушают этот баланс, да, там, люди тоже, как бы, мы вот поколение и так далее, сейчас, ну, смена поколений очень быстро происходит, и мы понимаем, что это другие люди, и в целом, вот, тоже это драйвер, ну, как бы драйвер разрушения, да, этого баланса. И, соответственно, менеджменту постоянно надо докручивать процессы, чтобы находилось в балансе вот этот треугольник. Да, там. А где место управления по ценностям? Вот, место управления по ценностям, оно в том, что вот, когда оказывается издержки, связанные с поддержанием системы управления по ценностям, непомерно высокие, вот, а система ручного управления не справляется со сложностью, а система управления по целям также не справляется со сложностью перенастройки, ну, как бы на меняющиеся внешние условия. Я просто фиксирую все за тобой прямо. Да. То в этот момент, ну, возникают вопросы, что делать, да, как бы. И один из ответов стоит в том, что, ну, вообще говоря, надо перестать к человеку относиться как к функции. Или как к ресурсу, да? К ресурсу или как к функции, да, который вот он выполняет, да, вот прилетела гайка, и эту гайку надо перекрутить. Вот. А человеку надо давать возможность принятия решений на своем месте. И вот в этот момент, как только эта мысль приходит в голову, да, как бы нормальные управленцы ее сразу от себя гонят, потому что они понимают, что, опа, свобода, если мы этим людям сейчас дадим возможность самостоятельно принимать решения, они такого напринимают. Вся компания нафиг развалится, потому что те решения, которые, они не согласованы, да, вот ведь все-таки в системе управления, ну, что вручной, ну, в смысле, ладно, не вручной, но управление по целям, там происходит некое согласование разных подразделений между собой, да, согласование разных целей и так далее. Если мы делегировали туда вниз, вроде как ответили, сказали, сам реагируй, как хочешь, но тогда произойдет рассогласованность всего, как бы, этого механизма, всего, да, даже уже не механизма, а организма, да, потому что тоже переход к ценностям – это смена парадигмы от механистической модели к организмической модели, да, то есть то, что мы говорим, живые организации, живые системы, вот, то там человек, с одной стороны, как бы является, ему говорят, возьми, управляй, принимай решения на своем месте. И тогда вопрос, а если качество принимаемых решений будет низкое, что тогда? Что тогда? И я вот в свое время, я когда учился в Академии народного хозяйства на MBA, и, ну, подошло время выбирать, ну, какую работу писать, да, там вот аттестационную, то я выбрал самое непонятное для себя, вот самое непонятное, вот, из всего списка, который там нам предлагался, управление по ценностям. Я вообще не представлял, что это такое, но у меня был внутренний запрос. Я вот этот внутренний запрос был ровно вот так вот и формулировался. Как делегировать принятие решений, чтобы не потерять в качестве управления компанией, да? Как сделать, чтобы это происходило? И я вот, ну, запустил некую такую саморефлексию на этом месте, да, как бы, что если вдруг так оказалось, ну, не знаю, как-то так оказалось, что я стою во главе компании своей, да, то, скорее всего, к этому привела цепочка принимаемых мной решений. И, скорее всего, эта цепочка, она определенного качества, потому что, ну, она привела меня, ну, в это место, как бы, а не куда-то в другое, да, я не бросил это дело, там, не разорился, хотя, ну, и такое тоже бывало, смог подняться, вот. И, собственно говоря, важно было, ну, я понял, что необходимо отрефлексировать себя, что я такого, ну, что во мне такого, что мне позволяет определенным образом смотреть на, ну, поступающий поток информации,
в нем что-то выделять. Как бы, причем, ну, часто бывало так, что я, не в реактивном потоке находился, да, а в проактивном. Почему-то я начинал в какой-то момент делать какую-то фигню, для которой не было нормального объяснения. И она приводила к каким-то новым результатам. Она почему-то потом в какой-то момент создавала возможности, да, там, странные возможности. И, ну, на тот момент еще, как бы, вот я не был знаком с речью Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда. Да, помню, когда ты не знаешь, будьте, как ты можешь привести любое твое будьте знание. Голодными, да, будьте вот такими, как бы. Что, и он там приводит три истории, когда люди начинают заниматься какой-то хренью. Угу. Вот, ну, и потом вдруг эта хрень оказывается чем-то таким мега востребованным. Шрифтами, журналом, там, еще чем-то. Exactly. Вот. Да. И, ну, вот, как бы само осознание того, что во мне, ну, как бы к себе, понятно, я отношусь как к черному ящику, да, как бы, и каждый руководитель, ну, такой черный ящик, он прежде всего для самого себя черный ящик. Самого себя еще сложнее, как бы, осознавать, чем, ну, осознавать других. И, но при этом в этом черном ящике что-то позволяет принимать, ну, что-то видеть как-то этот окружающий мир под определенным углом. И как-то его, ну, принимать в этом какие-то решения, которых не видят другие. Угу. Вот. И, соответственно, ну, то есть я вот ту задачу исходную как бы переформулировал другим образом, да, там, а как мне вот мою систему координат, ну, через которую я смотрю на мир и принимаю решения, как мне эту систему координат транслировать в компанию? Да? Слушай, прекрасный вывод, потому что он напрямую связан с темой человека. Мы говорим сейчас про организацию, это очень важно, да? И любые там вот ценности в самой организации – это ценности какого-то определенного круга людей, начиная с собственников, там, топ-менеджер, все остальное. Так вот, когда ты говоришь, как мне мою систему координат транслировать, я бы хотел тебе перед этим задать простой вопрос. Как ее осознать для начала? Как твою систему координат идентифицировать? Осознать. И вот и заодно это, пусть это будет таким, знаешь, практическим подходом к тому, чтобы каждый из нас, сидящий здесь напротив, с другой стороны экрана, мог бы свою систему ценностей идентифицировать. Вот что ты предложишь? Слушай, ну смотри, когда ты идешь в лес, да, и идешь в лес искать грибы, а при этом ты не знаешь, что такое грибы, ты ни разу их не видел, и ты даже не можешь, ну, как бы представить... Ну, беру опытного грибника с собой. Подожди. Ага. Ну вот нет грибника, да, да, и ты... Но для начала хотя бы кто-то должен тебе... Ты говоришь, слушайте, я хочу в лес ходить. А что такое грибы вообще? А что такое грибы вообще? Как... Вот если я, ну, смотрю по сторонам... Как мне его найти? Как я пойму? Вот если я буду смотреть на гриб, как я пойму, что это гриб, а не что-то другое, да, как бы? Вот, ну, даже я сейчас пока не то, что там съедобный... Как он выглядит хотя бы, да? Как он хотя бы... Вообще, да, как его опознать? И тогда тебе скажут, что у гриба есть... Это вот, ну, примерно такого размера, да, там... Тебе скажут, он, ну, там... Шляпка, от, ножка. Там, от там, 5 сантиметров, ну, как бы до, там, может быть, 15, да, там. Вот, у него есть шляпка и есть ножка. Вот он определенным образом устроен, да, как бы. Соответственно, когда ты будешь искать ценности, ну, в себе, да, как бы, как ну, ты же не можешь на них посмотреть. Да, на что они похожи. Как, да, да, но хотя бы понимать, как эта конструкция должна быть устроена морфологически. Угу. Ну, из каких элементов. Вот. И в какой-то момент, да, вот само, ну, вот это понимание того, что ценность, она влияет на что? На принятие решения, да, как бы. Раз она должна влиять на принятие решения, она должна быть сконструирована таким образом, чтобы в ней самой было заложено, ну, какое-то предпочтение чего-то, чему-то. И вот я в тот момент как бы вышел, ну, вышел к пониманию того, что есть вот это вот, ну, предпочтение, да, как бы. И вот есть те ценности, которые формулируют компании в основном,
в основном формулируют компании, клиентоориентированность, сейчас клиентоцентричность, да, говорят. Вот. Значит, ну, там в этом есть нюансы, да, как бы в каком случае клиентоориентированность, в каком клиентоцентричность. Значит, или ответственность, или, значит, еще чего-то, да, там, мужество. Вот. Но что это ровным счетом ничего не дает. Ты не можешь увидеть, что это, как это, где шляпка, где нож. Ну, как бы кажется, что это ценность. Кажется, что, ну, давайте вот так назовем. Ну, а что же еще, как бы, да? Но это ничего не дает сотрудникам, никому с точки зрения принятия решений. Потому что поэтому его сознание, оно проходит впустую, оно ни за что там не задерживается. Никаким образом, да. И я, честно говоря, в таком, ну, в легком шоке недоумении нахожусь, ну, по отношению к HR-ам крупных компаний, которые почему-то строят систему управления по ценностям, которая принципиально не может работать. Ну, потому что как бы пошли в лес за грибами, но собрали не грибы, собрали что-то другое. Ну, не то, что грибы, как бы. А самое главное, самое удивительное в том, что есть система ценностей, которая построена вот таким правильным образом, правильным с этой точки зрения, морфологически, да, как бы, вот, и все про нее знают, но при этом делают вид, ну, как будто, что это две какие-то параллельные, да, реальности. Что это замечают. За система, Сергей? Agile. Манифест Agile. Четыре ценности, которые, и они правильным образом сформулированы. Люди и взаимодействие важнее процессов, инструментов. Рабочий продукт важнее исчерпывающей документации. Что там? Взаимодействие с заказчиком или сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Да, там. И четвертое. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Угу. Все. Вот эти четыре базовых, ну, принципа. Причем они, видишь, тоже важное замечание. Там не только вот эти четыре обозначены. Там еще последнее предложение говорит о том, что мы не отрицаем того, что справа. Мы отдаем предпочтение тому, что слева. И это еще один важный момент с точки зрения конструирования и понимания ценностей. Потому что ценности – это не все хорошее против всего плохого. А мы говорим, что, ну, то, что справа, ну, документация важна. Ну, да, важна. И договор важен. Но если вдруг возникает, ну, напряжение, какой-то конфликт, то мы этот конфликт разрешаем в пользу, ну, обозначаем, в какую пользу мы разрешаем. Все. Вот эта система, она принципиально внутренней может работать. Угу. Ну, то есть она жизнеспособная. Все остальное там выстраивают огромные нагромождения, говорят, вот эта ценность, потом ее декомпозируют на те самые, на компетенции, потом компетенциям индикаторы поведенческие, да, потому что, ну, ценность – это черный ящик, мы не знаем, снаружи вроде как вот это должен делать, а дальше мы выстраиваем какую-то полицейскую систему над тем, что человек соответствует, не соответствует индикаторам. В этот момент человек чувствует внутреннюю несвободу, то есть ценность – это про то, что когда человек принял, когда он осознал, он внутренне свободен, но он действует в той логике, которая понятна, которая пронизывает всю эту организацию. А здесь выстраиваем, ну, некую внутреннюю несвободу, человек начинает, он внутренне все равно как бы, вот неважно, там прояснены ценности или нет, все равно они есть, да? Но мы начинаем тогда через поведенческие индикаторы поведение точно так же, как мы до этого, потому что мы привыкли работать с этими, с системой управления по целям, KPI там и так далее. И дальше мы смотрим отклонение, как бы, и просто сделали перенос, не понимая, что вообще-то другая сущностная история, как бы, управления по ценностям. Вот. Поэтому... и еще важный момент. Вот ценности, они всегда рассматриваются, ну вот, ну, работает, не работает ценность, да,
ну вот в маркетинге, я сейчас вот еще такой шаг в сторону сделаю, главный закон продаж – это ценность больше, чем цена. Ценность больше, чем цена. Если есть, то случается, если нет, то нет. Вот. И готов ли человек платить какую-то цену? И вот то, что справа в этой формуле, это та цена, которую мы готовы платить за ту ценность. Ну, то есть работающий продукт важнее документации. Да, мы готовы платить цену, что нет документации. Но она там потом будет догоняться. Мы готовы эту цену платить. Нам важнее, чтобы был продукт. Но документация нужна, как бы, да, мы ее не отменяем. Вот. Поэтому здесь вот тоже важный момент, когда в формуле, вот, то есть это не просто предпочтение, но и плюс вот эта вторая половинка, это та цена, которую мы готовы заплатить. Эта цена для нас важная, потому что если это бросовая цена, она для нас ничего не значит, но это означает, что да все равно. Вот, поэтому, здесь я на этом месте, не знаю, готов поставить многоточие. Я вот эту конструкцию, которую сейчас тебе рассказываю, я ее, осознал, простроил несколько лет назад. Более того, я обнаружил в подтверждение того, что это действительно так, что был такой манифест тоже, Agile 2.1. Да. Agile 2.1, и он построен по такому же принципу, поэтому, там сделан следующий шаг. Я сейчас не назову следующий шаг, у меня есть заметка на медиуме, но там в правую часть попадают теперь уже то, что здесь у нас было в левой. То есть что-то важнее. Более важное, чем люди взаимодействия. Что-то более важное, чем работающий продукт. Бизнес-ценность, Что-то более важное, чем сотрудничество с заказчиком. Партнерство, да, и тогда надо уметь понимать, чем партнерство отличается от сотрудничества и так далее. А это все уже дальше работает со смыслом. Позволь мне чуть-чуть все-таки сфокусироваться, еще раз. Давай, вот конечно. Понятно. Теперь, что есть какое-то описание, и мы понимаем примерно, что ценность – это нечто. Ножка и шляпка. Как ты у себя выявил свои ножки и шляпки? Ой, слушай, здесь фишка в том, что самостоятельно достаточно сложно это делается. Потому что, каждый человек... Вот, знаешь, у меня была такая ситуация, в которой мы контрактовались с компанией, которая... Она немецкая, русские люди по-русски разговаривают, но эта компания немецкая. Вот я вообще, к себе всегда отношусь, что я такой достаточно пунктуальный, такой вот все по полочкам мне нужно, системный и так далее. Вот в тот момент, когда я, контрактовался с этой компанией, я понял, какой я вообще разгильдяй, раздолбай. Вот, правда. Вот, пока ты не взаимодействуешь с кем-то, кто отличен от тебя, это невозможно. Очень сложно, скажем так, это осознать. Да, но при этом, как только ты сталкиваешься с другим, вот в этот момент ты начинаешь чувствовать, что, что-то здесь не так. Он по-другому действует. И это, моя система вот эта вот, она же фоново работает. Мы не задумываемся, какая сейчас ценность. Для каждого человека это фон. И тут этот фон начинает что-то тебе выкидывать, да, ты начинаешь через этот либо фон... Либо комфорт, либо дискомфорт. Да, и, здесь вот есть, несколько тоже таких, первое, да, это что, для того, чтобы осознать, нужен внешний наблюдатель, или с кем-то, через кого-то это можно сделать. Инструментарий есть какой-то понятно простой? Сейчас. Первое, это все-таки внешний наблюдатель, это инструментарий, И внешний инструментарий или это глубокая саморефлексия на протяжении какого-то времени? Саморефлексией, наверное, можно попытаться, но саморефлексия, она может продолжаться всю жизнь, тем более, что все равно она как-то меняется. Да.
Вот, и мы как-то вот разговаривали тоже с Сережей Савчуком, ну вот, есть такой человек интересный, и он, мы обсуждали тему встречи. И вот я как-то впервые тоже про это решил, как вот в диалоге так поразмышлял, и я понял, что для меня встреча с другими, ценность встречи с другими, там, встреча, ценность встречи с тобой сегодняшняя, да, она для меня в том, что я через это, через эту встречу что-то открываю в себе еще, ну, дополнительное, да, то есть поэтому это вот, ну, точно через встречу с другим, вот, но при этом есть, понятно, какие-то подходы, да, то есть, например, да, та же рефлексия, да, как бы, когда ты, можно попытаться вспомнить ситуации сложного выбора. Вот ценностный выбор – это выбор сложный. Угу. Вот, тот, который неоднозначный, и его невозможно сделать, опираясь на данные. Ну, потому что на сайте кнопку покрасил, сделал АБ-тестинг, вот она у тебя красная, вот она у тебя синяя. И вот она там, и на красную нажали там 65% и 35% на синюю. Все, ты оставляешь. И это не ценностный выбор, это выбор на основе, ну, решение, принимаемое на основе данных. Так вот, мой, как бы, еще один тезис состоит в том, что невозможно выстроить, ну, абсолютно, как бы, все решения принимать на основе данных. То есть может показаться, что давайте мы сейчас начнем собирать всю информацию, сводить ее и там, ну, понимать, вот здесь вот это лучше этого там, и так далее, и будем оптимизировать, отдадим это все искусственному интеллекту. Ну, тоже вариант, да, такой, как бы кажется, что, ну, а давайте, а почему нет? А давайте устроим управление на основе данных и да, делегируем принятие решения машинке, она будет принимать решение. Так вот, фишка в том, что какие-то решения, как кнопка, их можно, ну, таким образом принимать, но будут решения, которые, ну, неравновесны, как бы, между собой. Почему? Потому что мы, скорее всего, не сможем выстроить оптимизацию по единственному критерию. Mm-hmm. Ну, вот, например, да, искусственный интеллект хорошо играет в Go. Да, он обыгрывает, и, или там в другие игры, там в шахматы и так далее. И там есть единственный параметр – выиграл, проиграл. Ну, все. И тогда как бы по этому параметру можно оптимизировать систему. Ну, система принимает решение на выигрыш. Единственный параметр. В любой маломальски там бизнес-системе, вот, скорее всего, будут несводимые параметры. Угу. Несводимые друг другу. Поэтому будет многофакторная модель. И тогда система вот эта вот там на основе данных, она тебе скажет, что, о, смотри, вот есть пространство вариантов, но между ними невозможно отдать предпочтение. Да, как бы. Mm-hmm. И вот те предпочтения, которые ты отдаешь одному или другому варианту, это ценностные предпочтения, это ценностный выбор. Как я смотрю, как я оцениваю, как я принимаю решение, как я беру на себя ответственность за этот выбор. И это, соответственно, значит, вот если, ну, попытаться проанализировать, что со мной происходило на протяжении какого-то периода времени, да, и попробовать, ну, не знаю, может, не каждый день, хотя, может быть, в том числе и каждый день. Ну, то есть оно и в малом проявляется, и в большом. Просто в большом можно это, ну, четче, ну, как бы, как в лес пошли, да, как бы, и, ну, давай, ну, хотя бы поймем, да, как бы, где ты не на автомате работал, а где это вот было вот действительно. Это, кстати, вот, и... Да-да, извини, я тебя перебиваю, здесь есть такое упражнение, я его, как бы, часто людям говорю, которые мне задают вопрос. Раз в день перед сном такая рефлексия, что было важного в жизни за этот день? Да-да-да, хорошая штука. Второй вопрос, к этому вопросу, а почему? И вот я говорю, слушай, 20 дней продержишься, потом мы с тобой смотрим поле, облако слов и понимаем, где-то, наверное, мы можем нащупать твой ценностный ряд, который помогал тебе принимать какие-то решения. Да-да-да, ну, я думаю, что это хорошая история. У меня немножко, ну, похожая, но более долгоиграющая. Я раз в год пишу такую заметку «Мой год». И
и, соответственно, я пишу ее по памяти. Вот просто вот что вспомнилось, то вспомнилось. Не по запискам, не по черновикам, да. И оказывается, вот что-то приходит, а что-то нет, да. И вот то, что действительно приходит, оно важно. А то, что, я не смог вспомнить, то, что вот оно, растворилось, как бы это фон. Фигура фона, вот он. Очень как круто. Бы. И, соответственно, я в какой-то момент, это проделывание, это упражнение, да, оно позволяет, в каждый момент времени, да, там вот я проживаю сегодняшний день и думаю, а что из этого я вспомню, когда буду писать через год. И вспомню ли я вообще сегодня? Вспомню ли я вообще, да, как бы. И в таком случае для меня вот это вот какие-то ценностные штуки такие, это вот ценности тоже, они как бы позволяют тебе, как оптика специальная, да, что-то попадает в фокус твоего внимания, что-то не попадает. Вот, поэтому, как бы такое упражнение, да, может быть. Вот. Ну, понятно, что всегда хочется, если мы говорим про систему, про компанию, да, а как же там вот каждого сотрудника, захочет он это, нет, он осознанный, неосознанный. Ну, хочется же взять вот так вот и внедрить систему управления по ценностям. Вот так раз и как бы внедрили. А потом вот мы их, давайте вперед. Как бы. Вот. То здесь понятно, что нужны тоже какие-то шкалы, какие-то инструменты системы, да. И здесь вот многие, как-то вот пришлась она, как, вот, видимо, удобная, простая в использовании, там, спиральная динамика, да. И, когда заходят, говорят, у вас там красная культура, там, с элементами, там, синевы или там еще какая-то, вот тут зеленая. Сразу вспоминаю фразу «карта не есть местность», и любая штука – это упрощение, конечно. Да, вот. Но тем не менее удобно. На фоне того, что вообще как бы у тебя ничего не понятно. С нуля ты это делаешь, что всегда хорошо какую-то вот иметь какой-то измерительный инструмент, да, там. Вот. Еще измерительный инструмент это неплохой, это Хофстеда, да, там ценности по Хофстеда. И самое интересное, что эти придумали, кстати, история, да, откуда взялось. Взялось, когда компания IBM, там в 70-х годах, по-моему, в 60-х, началась глобализация, и эта компания начала работать в разных регионах мира, в разных странах. И вдруг выяснилось, что люди... я с чего говорил, да, что ты начинаешь ценность осознавать тогда, когда встречаешься с другим человеком, из другого мира, с другой культуры. И они вдруг с этим столкнулись лицом к лицу. И возник вопрос, а как это? А можем ли мы это описать? Или это просто все, мир хаотичен? Или там, если мы можем ли мы понять, например, греков или индусов, и исходя из этого понимания, как-то выстраивать с ними коммуникацию, там, взаимодействие и так далее. Потому что если мы там ставим задачу точно так же, как американцам, а оно не работает. Не летит, почему? Да. Почему? Вот, не летит. Вот. И, соответственно, вот Герт Хофстеде, он исследовал этот феномен, и он придумал вот систему шкал. Вот. Я сейчас, тоже не знаю, может быть, там что-то вспомню, там индивидуалистичная и коллективистская, да, шкала, то есть культура ближе к коллективному, либо ближе к индивидуальному. Например, устойчивость к неопределенности, да, там резистентность к неопределенности низкая, высокая. То есть кто-то легко живет в условиях неопределенности, а кто-то ее избегает, да, там, и для него это феминное, маскулинное, да, как бы феминное это больше про отношения, а маскулинное больше про цели, да, как бы вот. Там про процесс, а тут про результат. И так далее. И, соответственно, вот он весь мир картировал, и более того, эти исследования, они проходят регулярно, срезы есть, динамика и так далее. И можно, соответственно, видеть и понимать вообще логику того, как описывать культуру в каких-то понятных координатах. Окей, значит, какие-то инструменты есть. Смотри, мы с тобой начали с того, что, выявили три системы управления. Ручная,
управление по целям и нечто еще, что пока мы с тобой пытаемся описать, но пока еще как бы не называем это управление по ценностям, но это какая-то система, которая позволяет справляться с очень сложными, комплексными, с вызовами внешней среды и с максимальным делегированием права принятия решений от главного человека. То есть, чтобы и мало того, а эта система должна еще отвечать таким требованиям, что решения принимаемые должны быть очень высокого качества или совпадать, они должны быть как минимум не ниже качества, если бы это принимал тот самый человек. Тогда мы возникает следующий вопрос. Да, а как тогда из этого человека эту систему вытащить, эту систему координат? И вот мы пришли к тому, что должна быть какая-то система, да, условно говоря, там цена больше, чем ценность, или там привели ценности agile. Не цена больше, чем ценность, а наоборот, ценность больше, чем цена. Ценность больше, чем цена, да, и составляющие манифеста, agile-манифеста, да, где мы понимаем, что-то важнее, чем что-то. И какие-то первые подходы к тому, что как из человека вытащить. И пока я слышу, да, что это мега комплексно, мега сложно, непонятно, нужен еще какой-то человек и все остальное. Так скажи мне, пожалуйста, есть ли какая-то вообще возможность вот запустить и реализовать систему управления по ценностям? И если есть, то мог бы ты условно выделить какие-то самые главные этапы, чтобы мы в оставшееся время, которое у нас с тобой есть, вот могли бы просто хотя бы просто в первом подходе, я чувствую, что здесь у нас с тобой выявляется прямо целая серия наших встреч. Вот давай сегодняшнюю нашу встречу закончим, просто как бы ты считал, вот, что нужно сделать, чтобы систему управления по ценностям хотя бы попробовать там рассмотреть или там подготовить к внедрению? Слушай, ну здесь еще один аспект я бы хотел такой обозначить. Давай. То, о чем я сказал, это когда есть лидер, у лидера есть потребность внутренняя, да, как бы в делегировании принятия решений. Угу. Он осознает, ну, что да, как бы сложность настолько высока, что ручное управление – это не его выбор. И управление по целям, он осознает почему-то, что управление по целям тоже, ну, в этой ситуации не рабочий. Выручает его. Да. И тогда, все-таки это, ну, как бы, ценность управления по ценностям, да, как бы, для него является больше, чем та цена, которую, ну, придется это заплатить. То есть издержки внедрения этой системы. Издержки внедрения, да, они будут. Абсолютно, как бы, и абсолютно будет, ну, и вот на это осознание, как бы, это вот раз, да. Второй аспект, который бы я... но при этом это мы говорим о чем? О том, что все-таки та система ценностей, которая есть, ну, по крайней мере, у лидера, да, там, или в управляющей группе, да, как бы, просто мы ее транслируем туда, ну, в компанию. А есть, может быть, еще другой подход. Когда компания вдруг понимает, что с этой системой ценностей, которая нам позволила прийти в текущее, ну, состояние наше, мы дальше не можем двигаться. Угу. И тогда как бы необходимо будет не просто отрефлексировать те ценности, которые есть, но сконструировать другой ценностный набор, который будет более релевантен тем вызовам, с которыми компания будет встречаться. Слушай, позволь, я просто вот на секунду поставлю на паузу, потому что мне кажется, это архиважная вещь, которую ты сейчас сказал. Смотри, вне зависимости от того, какую систему управления исповедует собственник, будь то ручная, будь то управление по целям, если он почувствовал, что дальше или компания пришла к кризису, или люди перестали там действовать то, так, как нужно выполнять KPI, или он сам почувствовал, что все встал у некой как бы черты, именно здесь-то как раз и начинается вот этот вот первый кризис даже тех неосознанных ценностей. Неважно от того, знаем их или нет, они у нас есть. И, по сути, это первый сигнал к тому, что ценности, которыми жила организация до настоящего момента, неэффективны. Ну, смотри, слово «эффективность» для меня наполнено очень вполне конкретным смыслом, да, поэтому я бы не стал говорить
там, неэффективным, оно, скажем так, перестает быть релевантным. Оно не под... То есть те ценности, по которым я жил, жила моя компания, сегодня утратили свой смысл, они перестали быть релевантны. Нужно что-то делать. Угу. Да. И здесь еще очень важный момент. И получается, что важность не в том, что я должен сразу поменять систему управления ручную на цели или цели на ручную. Даже находясь в любой моей собственной парадигме управления, если там любую исповедуя систему лидерства, управления, директивность, административность, там, поддержка, там, не знаю, тоталитаризм, я должен себе осознать, вот что я понял, вот эти ценности уже нерелевантны, и мне нужны какие-то другие. И вот когда я это осознаю, что мне нужны какие-то другие, у меня возникает вопрос, а какие? И как понять, да, хотя бы от чего? То есть я снова возвращаюсь к тому вопросу. Если я понимаю, что эти ценности не важны, то мне, чтобы отказаться от них, надо хотя бы их как-то идентифицировать. Вот. Может быть, кстати, давай, может быть, сразу подумаем о следующем каком-то эфире, где мы могли бы просто посвятить, ну, разбору каких-то простых практик, дающих инструменты, которые люди могут просто... Слушай, да-да-да, тут на самом деле интересная такая история про сознание, про то, как с этим обходиться. Я вот буквально вчера придумал игру, и даже ее... Нет, это было позавчера. Позавчера придумал игру. Я сейчас, ну, провожу обучение и, ну, по сторителлингу, да, и там мне важно было, ну, как-то донести до людей идею того, ну, как строить драматургию, да, как бы внутри истории. Основа сценарного мастерства. Да. Но при этом там же вот эта драматургия, она строится на глубоком понимании внутренних напряжений, внутренних противоречий, которые вот внутри сюжета, да, вот, ну, конструируются. Вот. И там есть внутренняя логика, там есть внутренняя целостность, да, там. И ключевые вещи, да, вот, ну, я как бы, как про это рассказать? И у меня возникла метафора «История как игра, игра как история». Угу. Вот. И фишка в том, что мы берем, ну, как бы есть игрок какой-то, заявляет, ну, говорит, вот я хочу там про что-то поиграть. И дальше он выкладывает карты на стол, да, вот, и выкладывает карты ценности и страхи, цели и средства, союзники и соперники. Это экспозиция. Он с этим заходит в игру. А дальше есть группа, которая играет за реальность. И реальность смотрит, причем задача реальности сделать так, чтобы игрок сбросил карту какую-то из своих. Вот. И с тем, чтобы, ну, как бы он переосмыслил и понял, ну, как бы с каким набором карт он будет играть дальше, да, там. Вот, и реальность придумывает ему какой-то вызов, бросает, ну, событие. Ну, говорит, вот такое событие произошло, и это событие, ну, привело к тому, что надо отвечать на какой-то вызов. А дальше игрок делает ходы, значит, ну, это дальше, ну, это завязка была, да, дальше развитие действия, да, как бы. В развитии действия он... ну, говорит, а я вот так буду отвечать. А реальность говорит, ты получил такой результат, заплатил за это такую цену, и вот, скорее всего, как бы твоя цена – это вот что-то из твоего набора, да? А если они увидели, что, ну, как бы не сработало, да, там, например, цели как бы не соответствуют тем страхам, которые у него есть, да, или там цели с ценностями не, ну, перестали как бы коррелировать и так далее. То есть это тот ход, который, ну, он не может сделать, да, игрок. У него есть внутренние ограничители. Ну, вот. И дальше мы его задача реальности – привести в кульминацию. То есть в кульминации у игрока случается отчаяние. Он такой, а что делать? По правилам игры он может сбросить какую-то карту. Он смотрит теперь на свой набор, с которым он живет, да, как бы. Слушай, ну, пожалуй, что-то вот у меня вот эта ценность мне мешала. Я не смог ответить на те вызовы. Ну, как бы, вот, давай-ка мы эту ценность... А на что ты ее будешь менять? Тоже игрок там, ну, меняет. И, по сути, как бы через игру моделируем, ну, вот, сюжет, драматургию. И, ну, вот, я ее, ну, эту игру сделал для, ну, других целей, да, но мне кажется, что она такая очень...
трансформационная получилась. Сегодня еще вечером тоже буду второй раз ее играть с группой. Посмотрю, как-то еще тоже понаблюдаю, что происходит. Вот. Ну, мне кажется, тоже как инструмент вполне может быть. Как раз про осознание тех целей, которые в будущем могут быть. Окей. Тогда предлагаю подвести итог нашей сегодняшней первой с тобой встречи про ценности. Мы выяснили, что в целом как бы есть система, которая может помочь, как бы глобальная такая система, которая может помочь справиться со сложностью, со сложными вызовами внешней среды. С другой стороны, мы тоже выяснили, и, на мой взгляд, это очень важно, что человек, осознающий, что дальше так действовать нельзя, как он действовал, это тоже является некий внутренний переход к другой какой-то системе. Будь то не обязательно со сменой своей парадигмы управления, а просто со попыткой смены ценностной модели. И вот буквально я хотел бы тебя спросить в завершении. Вот как ты считаешь, а какие сроки вообще возможны человеку пересмотреть свои ценности и попытаться заменить, условно говоря, или приоритизировать одни, то есть повысить приоритет одних ценностей и понизить приоритет других, чтобы заменить вот этот вот ценностный ряд. И на этом я предлагаю сегодня закончить. Слушай, смотри, чтобы отвечать на этот вопрос, на нее можно отвечать, либо опираясь на статистику, ну, на некоторую, да, там, на какой-то опыт. Вот те, кто внедряет agile, они говорят, что agile мы внедряем там года три. Те, кто внедряет бережливое производство, они тоже говорят, что года три внедряем бережливое производство. Да, как и бы. Сервис внедряют 3-5 лет. А потому что это тоже как бы, ну, смена парадигмы мышления. Да, как бы. Это ценностная модель, ценностный ряд. Да-да-да. Значит, соответственно, это вот, ну, один подход, да. Второй подход в том, ну, он такой, ну, материалистический, что ли, да. Мы вроде про ценности, про что-то такое духовное, да. Вот, если смотреть, что в мозгу должны перестроиться нейронные связи, да, как бы, вот, пересобраться внутренне, то, ну... Тут тоже как бы это процесс, который требует времени, да, там. Okay. Есть какие-то факторы, которые ускоряют этот процесс. Есть какие-то факторы, которые этот процесс, да. И в данном случае там нахождение в стрессе, ну, эмоциональное какое-то проживание, какая-то поддержка окружения, да, там, ну и так далее. Вот это. Факторы, на мой взгляд, то, что, ну, может там, способствовать ускорению, да, этого процесса. Опять же, сколько внимания этому уделяется, да, потому что если, ну, там, поговорил и все, как бы, ну, положил под стол, как бы, это одна история. Если к этому регулярно, ну, возвращаться, как, вот, ну, как ты говоришь, да, перед сном, что такого важного было сегодня, да, там, и почему, вот, то, наверное, вот, ну, как бы, управление вниманием, да, ну, предоставление внимания этому аспекту, да, и здесь тоже важный, наверное, момент, это осознание того, что мышление, как бы, оно, ну, не, ну, как бы, может быть устроено по-разному. Uh-huh. Да, вот мышление. И если мы перестраиваем мышление, ну, на другие какие-то рельсы, да, то и мы хотим, мы понимаем, что изменение там ценности, оно может быть там в том числе там с изменением мышления, да, то это требует некоторых усилий над волевых, собой. И, да, и психологических, да. Вот, спасибо поэтому... тебе большое. Спасибо. Как тебе самому наша сегодняшняя тема? Какие эмоции у тебя? С чем ты вот заканчиваешь наш разговор? Слушай, я благодарен тебе, что ты позвал и появилась, ну, возможность какие-то вот те вещи, которые я ну, когда-то осознал, там, присвоил, я живу с этим, да, вот с тем, что, ну, появилась возможность этим поделиться. Вот. Да. И, ну, может быть, как-то в ходе этого разговора, ну, как-то мы немножко лучше там будем друг друга понимать. Вот. Спасибо тебе большое. Ну и... Хотел бы ты продолжить, вот попытаться еще эту тему прям там докрутить? Слушай, тут не то чтобы докрутить. Тема безумно глубокая. Она, ну, безумно глубокая.
Потому что там, ну, как минимум, вопросы, ну, хорошо, сказали там ценности, даже люди там где-то написал у него перед глазами, прилепил эти agile. А как, ну, есть тоже аспект такой, что вот, вот как в школе, мы учимся, да, там, учимся в школе, выучили закон Ньютона. Выходим на улицу, а закона Ньютона там не видим, ну, ни одного. Вот, ну, нету там никаких законов Ньютона, да? А кто-то ходит и видит за всем этим логарифмы, синусы, там, косинусы, законы Ньютона и так далее. Как вот связать какие-то модели, конструкции умозрительные с реальностью. И упаковать их то, что ты знаешь и видишь. Как это, как увидеть это, прочитать эту модель мира? Да, 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 да. Как начать видеть? Вот, ну, просто то тоже мы с этой группой, с которой мы разбираемся, мы учимся читать. Вот прямо учимся читать. Вот. Потому что есть слой событийный, есть слой структурный, когда мы в событиях называем, про что это, да, как бы вот это про что, выходим, ну, в такой, в мета, ну, как бы пока в первичный метауровень. И уровень, и следующий слой смысловой, когда мы между разными событиями, ну, которые попали на структуру, улавливаем взаимосвязи, как одно влияет на другое. И вот, ну, как бы, ну, более сложное мышление, ну, такой способ смотреть. Я думаю, что у руководителей, ну, так или иначе, это есть. Ну, так, такое, такая конструкция. Ну, она не могла не сложиться. Однозначно она есть, да, конечно. Но как только ты туда внутрь, ну, вниз, одних только ценностей тоже недостаточно. Недостаточно, потому что они будут этим пользоваться? Ты им дал, они, ну, у них нет. А это уже следующий наш, я думаю, что тема для нашего разговора, да. Сереж, спасибо тебе огромное. Очень рад был с тобой пообщаться. Просто безумно, исключительно прям очень рад. Вот. Тогда будем на связи. Хорошо, Ром, да. Пока.